забрати своє та розійтися без скандалу. Статистика свідчить, українські сім'ї вже не такі міцні, як колись. Але, зазначають юристи, розлучатись інтелігентно ми ще не навчились. Лише небагатьом парам вдається вирішити усі нюанси мирно. Зазвичай, як показує практика, під час розлучення подружжя втрачають голову. І коли не вдається досягнути згоди стосовно дітей, аліментів, розділу майна, починаються довгі тяжби у судах. Як уникнути судових спорів, але вирішити усі питання у законному порядку – дивіться далі. Ще студенткою у 19 Катерина вийшла заміж за військового. Малетята переїхали до Києва та почали будувати сімейне життя. Через рік у пари з'явився синочок. Але, розповідає Катерина, після народження первістка відносини з чоловіком змінились. Була напряжена робота, коли... Ну, мне тяжело очень было сильно, потому что я одна с ребенком там маленьким была. А он очень часто в командировках, понятно, что он его дома очень редко увидишь. Поэтому у нас с ним начались разногласия некоторые, и я решила немножко поехать успокоиться к родителям. У батьків Катерина з маленьким сином прожили рік. Розповідає, з часом зрозуміла, подружні відносини з чоловіком вичерпались і сімейний корабель тріснув навпіл. Целый год наших отношений на расстоянии, которые были, да, я была у родителей, он там работал, а никаких попыток с его стороны, как мужчины, как главе семьи не было. Отже, жінка прийняла рішення розлучитись. Катерина згадує, процес розірвання шлюбу пройшов спокійно. Усі питання щодо участі батька у вихованні сина вирішили усно. Жодних офіційних письмових угод не укладали. Ранее он боялся, что я у него много чего заберу, потому что там у него осталось наследство от отца. Но, в принципе, я ничего не захотела. Вот ребенок, ему только сколько надо. Даже вплоть какой-то мебели ничего не забиралось оттуда. Вот. И просто по поводу денег я сказала, сколько там государство как бы в законе прописано, сколько, столько и будешь. Ни больше, ни меньше. Мне как бы, ну, все равно. Это твоя помощь ребенку, это, соответственно, ребенок, когда вырастет, и ты должен ему помогать, я понимаю, не только деньгами, и воспитанием, и вниманием, но как бы это сейчас в нашем обществе и в наше время очень актуально. Финансовую поддержку на утримание дитини экс-подружье вирішило оформити в законному порядку. Батько буде сплачувати аліменти, але спочатку домовились про фіксовану суму. Первые полгода это были очень маленькие суммы, например, в месяц. Он обосновывал это своим положением нестабильным. Примерно это были 300-800 гривен, 500 в месяц, 1000-1200. После Нового года у него, наверное, наладилось его состояние финансовое, и мы договорились, что он будет 2000 присылать, и он мне по сей день присылает 2000 гривен в месяц. Юристи і психологи зазначають, на жаль, українці ще не навчились цивілізовано розлучатись. Сімейні суперечки, які виникають при розірванні шлюбу, все частіше стають предметом тривалих судових розглядів. Окрім розподілу капіталу і майна, часто батьки у судовому порядку вирішують, з ким залишиться дитина, а кому виплачувати аліменти на її утримання. Хоча, зазначає адвокат Тетяна Гриненко, цих неприємних моментів можна уникнути, уклавши мирову угоду. Если родители решили разойтись, то решить надо вопрос об оплате алиментов. Кто будет платить, сколько будет платить, каким образом будет платить. Все это можно сделать в договоре. Договор, он заключается у нотариуса и имеет определенную силу. У тексті договору може бути зазначений розмір аліментів у відсотках від заробітку платника, в твердій грошовій сумі, періодичність платежів та яким чином вони будуть перераховуватись. Если отец, заключив договор по оплате алиментов нотариальный, и отец перестает исполнять его обязанности, то нотариус имеет право обратить, там будет пункт прописан такой, исполнительную надпись сделать, на основании которой готовится исполнительная надпись о взыскании суммы долга, и взыскатель, мама, может обратиться в исполнительную службу. То есть, если добровольные условия, которые были изложены в договоре, не выполняются, то тогда в принудительном порядке на основании исполнительной надписи. Розподіл майна. Це питання також можна врегулювати, офіційно укласти договір, що чітко визначить, яким чином розподіляється майно. Але іноді екс-дружини залишаються ні з чим. Адже чоловіки вважають, поки жінка виховувала дитину, вони заробляли гроші. І все, що купувалось за цей час, належить їм.
Многие женщины не хотят делить имущество, не понимая своих прав, что все, что нажито в период брака, оно подлежит разделу. И принадлежит оно в равных частях. Все, что было приобретено в браке. Для этого надо составить список всего имущества, которое приобреталось. И если есть такие моменты, когда приобретались за деньги семьи мужа и жены, но оформлялось почему-то на маму, на брата, это всегда можно довести, доказать, кто им по факту пользовался. То есть фиктивная была сделка. Суд может затребовать по вашим ходатайствам, клопотаниям именно в иске о разделе имущества. Когда вы будете описывать ситуацию, постарайтесь детально рассказать адвокату, юристу, как происходила покупка, кто пользовался фактически, и настаивайте на том, чтобы ваше все совместное приобретенное имущество было разделено. Українським законодавством заборонено подавати заяву про розлучення, якщо жінка вагітна, або коли дитині ще не виповнився рік. Але, зазначає юрист, з цього правила є винятки. Найпростіше – це подача подружжям спільної заяви. Хоча іноді буває так – вагітна дружина потерпає від морального, фізичного та фінансового насильства, а чоловік розлучатись не хоче. Що робити тоді? Если мы ожидаем ребенка, и женщина уже не в силу просто связывать свою жизнь с человеком, который ее не уважает, причиняет ей физическое насилие, с подачей заявления о разводе она должна приложить все подтверждающие документы, что просто совместная жизнь невозможна. Она грозит просто жизни и здоровью как ее, так и ребенка. И суд пойдет навстречу, рассмотрев заявление, он разведет. Женщина, если беременная, то суд не разводит до того момента, пока ребенку не исполнится год. Ребенку год исполнился, суд развел. Женщина имеет право обратиться с иском, ну, или заявлением на содержание не только ребенка, но и на себя, так как она ухаживает за ребенком до трехлетнего возраста. И отец должен будет платить алименты как на ребенка, так и маме. У цьому році були внесені зміни до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів. Їх мінімальний розмір збільшився. Раніше аліменти не повинні бути менше 30% прожиточного мінімуму, то зараз увеличили і став він 50%. Це дуже добре, тому що якщо раніше, допустимо, від прожиточного мінімуму там 1400, 30% – це 427 гривень, то зараз це 777, тобто майже на 300 гривень стало більше. З цього року аліменти визнано власністю дитини. Відтепер неповнолітня дитина може самостійно отримувати і розпоряджатися грошима. Алименты принадлежат ребенку. Распоряжаться, если ему 3 года, он не может, но они ему принадлежат. Право – это его. Вот, просто мама будет распоряжаться. Если ребенку 14 лет, он имеет право сам распоряжаться, делать мелкие покупки, даже не спрашивая совета у родителей. Мышь, это уже гражданский кодекс говорит о правоздатности, да, вот что он может делать и какие покупки совершать. То есть, если недвижимость, значит, с разрешения родителей, ну, более крупная, да. А если он захотел там купить себе ручки, тетрадки, которые ему необходимы, и ему на карточку приходит, у нас же есть контроль за алиментами, да, куда расходуются алименты. Да, это мало хто знає, і ніхто не контролює. Перевіряти цільове витрачання аліментів можуть органи опіки та піклування. Якщо буде виявлено використання коштів одним з батьків, отримувачем аліментів, не за призначенням, платник може звернутися до суду про зменшення розміру виплат і навіть притягнути іншого з батьків до відповідальності. У разі ж виникнення заборгованості з виплати аліментів з вини платника, отримувач має право вимагати компенсацію. Задолженность либо добровольно должна выплачиваться должником отдельно, либо зарплаты в связи с тем, что существует задолженность по исполнительному листу столько-то, а скопившуюся, ну, та задолженность, которая скопилась, заявница может обратиться также в суд, а взыскать именно задолженность. Это будет второй исполнительный лист. Если не платит ответчик вообще алименты, за это предусмотрены штрафные санкции. Это 1% за каждый день просрочки. Это очень большие деньги. Есть еще как бы инструмент такой, чтобы в течение года ни одного платежа не было, можно написать заявление о привлечении к уголовной ответственности.
У зв'язку з тим, що сьогодні поширеним явищем є отримання зарплатні у конвертах та інші неофіційні доходи, законотворець вирішив при визначенні розміру аліментів враховувати наявність грошових коштів рухомого та нерухомого майна. Если раньше мы смотрели о том, какая зарплата, либо работает, либо не работает, ну, состояние здоровья и все, больше суд как бы ничего не требовал, то на сегодняшний день проверяют, и сторона, которая подает иск, может довести суду, приложив там фотографии, данные там с реестра нерухомого майна, а также рухомого майна, что есть дорогие машины, приобретаются покупки свыше 10 прожиточных минимум на людей, то есть это в пределах 18 600, если покупки такие приобретаются, да, то это говорит о том, что материальное положение ответчика достаточно хорошее и не соответствует действительности, если он говорит, что я нигде не работаю и у меня ничего нет. Вот, поэтому, собрав как бы информацию необходимую, изложить ее суду, и суд уже примет во внимание. Ще одне нововведення сімейного та процесуального законодавства. Розширено можливості застосування спрощеної процедури для отримання рішення про стягнення аліментів. Жінка може звернутися в суд і написати заявлення про видачу судового наказу. Тобто не іск о взыскании алиментов, а просто написать заявление «Прошу выдать судовый наказ о взыскании алиментов». Это сделано для того, чтобы упростить саму процедуру. Чтобы не затягивался процесс с вызовом сторон, суд принимает решение, выдает судовый наказ о взыскании. Если один ребенок – 1/4, если два ребенка – там 1/2 может. Вот, то есть можно описать, ну, разные просто факторы будут влиять, фиксированную сумму обосновать, что вот я хочу такую-то, потому что он не работает, либо вот у него, ну, знают, зарплата такая-то, да, вот получает там по контракту-то столько-то, потому прошу вот такую-то сумму, ну, обосновать надо. Суд выдает судебный приказ, который получаете, отдаете в исполнительную службу, и если уже ответчик с ним не согласен, он его может оспорить. Но эта процедура сделана специально для того, чтобы быстрее, как можно быстрее, женщина начала получать алименты на содержание ребенка. Відповідно до Сімейного кодексу України, розмір аліментів, визначений рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути змінений. Літ 10 назад, допустим, да, подали, а то і 12-15, буває, літ, получили рішення суда, тогда не було ще в законі прописано, що про прожиточний мінімум, який аліменти повинні бути не менше, да? Тим більше, от зараз він помінявся. Тому я всім рекомендую, звісно, звернутися, іменно увеличити розмір алиментов. Они также меняются, если ответчик не работал, а потом стало известно, что он стал работать. То есть поменялось существенно его имущественное положение. Поэтому стоит изменить, пересмотреть размер алиментов. Также может быть такое случиться, что мама не была инвалидом, а потом вдруг стала инвалидом, потеряла работу. Ее материальное положение значительно стало хуже, либо какие-то еще произошли такие неприятные события. Вот, поэтому как бы это рассматривается все в суде. Існують випадки, коли платник аліментів може також подати позов до суду про зменшення суми виплати аліментів. Але у вирішенні своїх дорослих стосунків батьки мають завжди пам'ятати про дітей та їхні права. Усі фінансові та матеріальні суперечки можна вирішити у площині закону. А яким буде життя вашої дитини після розлучення, залежить тільки від вас. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».